Привет, друзья! Итак, сегодня речь пойдет о ньокки. Ньокки – это итальянские клёцки, и у них они называются ганоччи. Обычно они овальные, небольшой формы. Чаще всего для их приготовления используется пшеничная мука, манная крупа, яйца, сыр, рикотта, картофель, шпинат, хлебные крошки. Как и многие итальянские блюда, ньокки имеют значительное различие в рецептах и названиях в разных регионах. Например, ломбардские, тосканские, мальфатти готовятся из рикотты, муки, шпината, а также при необходимости добавляются разные другие травы. Ньокки обычно готовят самостоятельно в соленой кипящей воде, а затем заправляют различными соусами в зависимости от типа клёцок и конкретного рецепта. Ньокки обычно подают в качестве первого блюда в сочетании с сыром, томатным соусом, песто или растопленным сливочным маслом. Сегодня в супермаркетах и в специализированных магазинах широко распространены замороженные или сушеные, которые, в общем-то, являются свежими, да, в герметичных упаковках ньокки. Это, кстати, именно те, которые сегодня мы будем использовать для нашего рецепта. Однако в итальянских и итало-американских домохозяйствах, семьях по-прежнему отдается предпочтение домашним ньокки. Добавление картофеля можно назвать относительно недавним новшеством, так как он был ввезен в Европу лишь в 16 веке, и ньокки как название известны примерно с 1860 года и особенно популярны в Абруццо, Чучари и других провинциях Лацио. В их приготовлении часто отдается предпочтение красному картофелю. Ну а мы сегодня приготовим самый простой, мой любимый рецепт, который я позаимствовала в итальянском ресторане более 15 лет назад. Поехали! Все, мы начинаем. Мы нарезали грибочки. Сейчас мы их будем обжаривать здесь, потом добавим в них чеснок и уже в самом конце сливки. Здесь у нас вода для ганоччи, они же ньокки. Они варятся порядка 3 минут. Ну вот с момента, как всплыли, 2 минуты буквально. Вода уже вся из грибов вышла, они ужарились. Вы помните, сколько их было, вот все, сколько их осталось. Вот они ужарились, вода вышла. На этот момент сейчас я выдавлю сюда чеснок. Обжариваю здесь сбоку, залью сливками, а сейчас в воду отправляются ганоччи. Так, ганоччи, чесночок, он обжаривает. Подсаливаем. Сейчас я открыла сливки. 18%. Меня спрашивали, есть ли в Канаде сливки. Да, они есть. Вот это конкретно фирма Nelson Fresh Table Cream. Table Cream – это сливки для готовки, приготовления пищи. Они не взобьются у вас. Для взбивания называются Whipping Cream. А это table cream для приготовления. Он есть обезжиренный, там разные, в общем, 18-35%. В общем, я заливаю всеми этими сливками жидкость, потому что нам нужно покрыть ганоччи полностью жидкостью. Сейчас, Габуленька, подожди. Во-первых, я сейчас помиксаю немножко. Вот, хорошенечко подсаливаем. Все, сейчас сливки будут немножечко утушиваться. Как они все начнут подкипать, сейчас, Габулечка, подкипать, все упариваться, мы уже, это значит, готово. Все, и здесь вот у нас тоже готовится. На, помешай, котик, помешай. Ну что, я вижу, что уже наши ганоччи приготовились, я их выключила. Сейчас я их солью, ну, отброшу на сито и залью нашим практически уже как бы выпаренным, упарившимся, как сокращенным, сокращенными сливками. Значит, сначала сюда, в это блюдо, я пересыплю уже отброшенные на сито ньокки.
залью их вот этим соусом. В общем-то, у нас такое количество ньокки. Они картофельные, напоминаю. Это итальянское такое блюдо. И сейчас мы зальем это все нашими сливками. Это у нас выглядит, обязательно должно быть много подливок, потому что они сами еще будут в ней разбухать, чтобы оно не все не слиплось, оно должно быть просто все в этом соусе. Здесь же сверху я присыпаю это пармезаном, тот, который у вас есть, я какой-то готовый в магазине уже купила. Я присыпаю его в этом общем блюде, немного слегка присыпаю, и каждый член приглашенного, значит, обеда или ужина, наклав себе в тарелку, может также присыпать это все пармезаном. Так что приятного вам аппетита!